На будущее снимайте вот эти цепи и все остальное, ничего не должно быть. У него рука тяжелее от этой цепи. Она ложит. Плечи выровняйте. Игорь, у тебя же эта ошибка постоянно, тебя будут там дергать, ты привык, блин. Итак, финал. Бельмилек Статов. Новый у нас спортсмен появился, очень приятно. Спиря, Григорий Паскирьон. Бельмилек справа, поменяйтесь местами, понятно. Поменяйтесь местами. Итак, финал. Категория, тут можно сказать, 80. Самые сильные на данный момент. Игорь, дай цепочку завязать. Тебе кисть это, да. Кисть. Но он берет слишком высоко. Если я их завяжу, то они потом не забегают открывать. Ты сейчас еще палец начинает открывать. Вот сейчас я вот как я беру, вот отсюда же. Он даже отсюда. Давайте вот так. Дима, в следующий раз завязки принеси там. У меня что, завязка? Ну, да. Правильно больше. Кисть. Робот. Слушай, ну чем привязать, там ремень какой-то. Ваня, заплати зачем? Есть. 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 Иди гон. Вот он. Все. Все. Победа уже достаточно одной ветки. Как мимик. И сейчас у нас за пятое, за шестое место, значит, у нас Радулов и Балан. Как раз хорошая пара. Так он всего лишь не. Да. Ну, по сути, потому что я вижу, что это как раз равные соперники. Она включена, да? Я проиграл всем и со всеми вырвусь больше всех. Работай. Самые молодые. Нажимает или нет? Ну, думаю, да. Что-то горит. Все, стоп. Ну, в общем-то, так как и планировали, все заслуженное, шестое место, пятое, шестое, то есть распределили.